или нет? Потому что что за прикол? Маячи не мая. Да я уже два раза заходила, не было звука. Правильно сказал? Маячи не мая? Не. Ечи нема. А, ечи нема. О, слава богу, есть звук. Я перезагрузила телефон. Выключила, спасибо. Да, все приложения. 353. Я, видите, навожу красоту. Дима Городецкий пришел ко мне блондином. И офигеть, в смысле, Даша не хочет идти со мной на вечеринку. Кузя, хочешь пойти на LJ? Когда? В четверг. Ну, работы вообще нереально. Это же вечером. Ну, в час выйдет LJ. А, да пошли. О, Дашка, если меня смотришь, я нашла, с кем я пойду. С Кузей. Вот так вот. В общем, ребята, меня просто позвали тут на вечеринку к LJ в четверг. Я предложила Даше, а Даша не хочет идти поздно. Даша, как я не пойму. Даша, ты как это? Тебе как 40 лет уже. Ага, надо гулять, старая. Пока молодая. В общем, вот мы идем с Кузей. Кузя, это вот меня, видите, красит. Мне его, в общем-то, Городецкий подсоветовал. Ну, точнее, он мне не советовал. Он просто пришел и посмотрел на его цвет волос. Я говорю, класс, я пойду к нему. Вот. Я надеюсь, что у меня будет супер цвет. Ну, по-любому будет. Зелененький будет. Да. Мало мое выступление, ну смотрите. О, Даша, ты в прямом эфире все-таки. В 22 я гуляла. А, в 22. А сейчас ей 25. Типа постарела. Даша, получишь по жопе. Ты еще молодая. Конечно, молодая. Вот. Поешь круто, спасибо большое. Ну, я считаю, так как я не участница телепроекта, и то, что я вообще там пела, была главной героиней шоу, и то, что шоу называлось вообще моим именем в плане тема шоу, то, как бы, я считаю, это вообще супер. Ну, я довольна, с большим удовольствием сходила, повеселилась и ушла. Красотушка, хохотушка. Представляете, у меня сегодня врач, я сегодня была на осмотре. Она мне говорит, почему ты такая грустная? Я говорю, вы первый в жизни человек, который мне сказал, что я грустная. Я говорю, вообще-то меня все называют позитивчиком. А я говорю, это впервые меня назвали грустной. Просто что мне у врача особо улыбаться? Ну, хотя это у меня было нормальное настроение. Отлично, осадила сороку. Да не, что его осаживать-то, господи, куда еще его осаживать-то уже? На самом деле, вот я сегодня уже говорила в предыдущем эфире, как мне говорили, там, я, типа, за его счет пиариться пришла, но, ребята, я так понимаю, что если бы я не пришла, то, в принципе, о нем-то и говорить нечего было бы, чтобы про него говорили. Ну, вот как и есть, а что? Аферистка. Нет, правда? Ну, если бы, представляете, вот, да, какая система, вот есть участники шоу, их нужно продвигать и пиарить, да, чтобы они говорили, что было интересно смотреть проект. Смысл им звать девочку, которая уже не вне проекта, чтобы ее как-то пиарить. То есть, видимо, настолько реально нечего было говорить про тех, кто там находится, что пришлось позвать меня. Поэтому, как бы, ко мне какие претензии? Меня позвали выступить, я с удовольствием, почему бы и не пообщаться. Вот, и вообще Артему за то, что он врал много про меня, я вот рассказала, как есть на самом деле. И это еще не вся информация про него, между прочим. Скоро знаете еще кое-что новое. Нет, почему? Тема называлась... Даша мне пишет, чтобы мне сделал темные корни. Я тоже ей говорю про это, Даш. Она не хочет. Да. А все, мы уже не сделаем, да? Почему? Еще можно? Всегда. Блин. Даша, дело в том, что я тебе расскажу. Когда я сделаю темные корни, они потом будут отрастать, и мои блондинистые будут выпячиваться. Очень сильно. Я буду как лысая. О, Даша, я возьму у тебя... А что ты мне звонишь по видеосвязи? Что, прикалываешься, что ли? Я же в прямом эфире. Я звонит мне нормально еще. В общем... Просто, видишь, смс-ки не сразу приходят, их настолько много, что я не успеваю все читать, поэтому ты не увидела, я тебе начала отвечать. В общем-то, я боюсь, что у меня будет плешь на башке. Не плешь, а, в общем, белый такой цвет. Хотя, Даша, я возьму твой этот спрей и буду запшикивать тогда. Гринёв.
А у тебя не Гринёв фамилия? Нет, у меня Кузьма, Кузнецов. Нет, не Гринёв меня красит. Мне какой-то Гринёв сказали, якобы. Вот он, Кузя. Так. Ага. Вообще-то так прикольно, мне нравится. Вот, значит, зеркальце. Ты камеру протри, мать. А, кстати, я и думаю, что так мутно. А, реально камера мутная была, вот я прикольная, а. В общем, я буду красоткой. Я люблю Бородину как ведущую. Мне нравится. Даша, ты тут? Это ж ты это... Звонила мне, а я ж в прямом эфире сижу. Я чем занимаюсь? Творчеством. Слава Украине. Кстати, про Украину. Я просто обалдела, когда я услышала о том, что в Украине вчера ввели военное положение. И военное положение в 26 областях. Просто в шоке. Хорошо, что в Киеве не ввели. Ну, это жесть. В Одессе, я так понимаю, ввели военное положение. Это ужасно на самом деле. Но в этот момент я так рада. Опять же, благодарна Дом-2 за то, что я оказалась в Москве, за то, что я сейчас не там нахожусь. Иначе я бы свалила оттуда, а куда бы я поехала, если бы у меня не было бы вас. В 10 областях, да? Просто мне прислали новость, что в 26 областях. Да, я опоздала к врачу, но она сказала, что не опаздывали все. Врач сказала, что я идеально здорова. Поэтому это была приятная информация. Я могу спеть. Спеть, что вам спеть? Я вообще первый раз у Кузи дома, в его салоне. Сейчас начну петь, подумать, больная на голову, больше меня не позовет. Какую вам песню спеть, ребята? Напишите мне. Кстати, я, знаете, что думаю сделать? Я сегодня напишу пост и предложу вам задать мне вопросы, которые вас интересуют больше всего. А завтра запишу или послезавтра видео-ответ на них. Выберу самые интересные. Родители живут в Макеевке. Для тебя не осталось слов и мыслей хороших нет. А я новая, новая ночь превращаю в рассвет. Но снова одна, я запуталась в глянце. Мы с тобой иностранцы в нем. Ты хотел уходить и смотреть, как я буду потом бежать с тобой босиком. Все, не буду орать, там Кузя по телефону разговаривает с мамой и скажет, больная на голову какая-то у нее. Мне говорит, спой. Так, ты хорошо поешь, оказывается. Спасибо. Я думаю, сейчас начну орать, подумаешь, больная на голову какая-то пришла. Очередная девочка-припевочка, там решила попеть. Реально поешь. Спасибо. А ты помнишь про мои вот те волосики? Они пока не нужны. Пока не надо? Они же тонированы. Блин, а что делать? Сделай мне темные корни. Ты же потом захочешь, блядь, светлые. Они же по-любому вот отрастать. Нет, а да, и подкрашивать. Всего лишь нужно. Подкрашивать? Да. А подкрашивать в какой? Темный? Да, такой же. А что, а если полголовы отрастет уже? Нет, все, растяжку же, да, открыть. Ну вот смотри. Надо мастера одному выбрать, просто и ходить к этому мастеру, и все. Вот, смотри, допустим. Ну сейчас я начну зарабатывать, хорошо, буду к тебе ходить. Вот. Вот так будет черная, да? Не черная. Ну, темная. Потом вот они отрастут. Будет вот так темная. Да, потом вот так темная. Подсветляем просто. А, их подсветлять все-таки. Да, аккуратнее. Все, давай делать. Все, я решила. Я вообще так с меня прикалываюсь, некоторые, как я быстро принимаю решения. Некоторые всегда... О, кстати, так лучше видно. Некоторые всегда очень долго думают, решают.
Привет, Алина Марченко из Родничка. Ты не приезжала в Москву? Я встречалась с Родничком. Какой самый сумасшедший был поступок? Покрасить корни в темные. Я не знаю, какой самый сумасшедший. Я у вас такая как-то... Я люблю адреналин, люблю скорость, люблю... Да. А чтобы прям какой-то сумасшедший поступок... Наверное, поссориться с Черно, когда она на меня нападала, это было самое ужасное в жизни. Я боялась просто жить тогда на острове и говорила, что ее нужно эвакуировать. Это, наверное, самое такое страшное, что я пережила в жизни. Ну, не самое, но это такого из более позитивного. Нападала на меня, бить хотела, волосы выдирала мне. Вот сука. Кузя говорит, вот сука. Так. О, класс, Кузя, с тобой пойдем тусить. Да? Все, мы в четверг идем на ЛДЖ, вот так вот. Супер. Так, скучаешь по прошлому, по первой любви? Не, я не скучаю. С Макаром как-то общалась, это моя первая любовь не была. Хотя нет, первая любовь не была, мне лет 5 было. Его звали Эдик. Ты была в Дом 2? Ну да, была. Привет. Привет, Варя. Кузя, сколько мне так сидеть надо? Я засек. Еще минут 25. Ого. Реально? Только корни так будут долго? О! Вот видишь, ты только сказала, и все отвалилось. И корни отвалились. Реально? Вот эти корни будут 23 с минут краситься? Ну, нам же нужно красиво смотреть, правильно? Ты же хочешь красиво? Да. Ну, все, сиди. Поняли, да? В общем, можно потрендить с вами. Конечно. Долго еще. Спой песню. Слушай, ничего, если я спою? Спой, конечно, споешь. Так. В рятую свитслив твоих буду цела. За реком брас на складу цену я горят. Мосты горят, и слез моря. Та знається гра моя, менше слів, більше діла. Врятую світ, дальше слов я, як завжди, не помню. І так, припев. Поплакала і знов, фіалка розцвіла, засіяв день таємними знаками. І мама молода, і закохана мала на кухні всі. Однаково плакали. Это кавер-версия песни «Плакала». Прикольно. Спасибо. Кузе понравилось. Кузя первый раз слышал, как я пою. Ну, боже, почему? Я реально оцениваю, если курица, то курица. Если нет, нет, не замолвишь. Блин, Кузя, расскажи, что ты по мне это прочитал по психологии. О, да ну ничего хорошего, люди. Рассказать, что про тебя? Да. Доверчивая очень. Да. Обманывает тебя. Да, это правда. Ну так зачем? Ну, не знаю. Нужно быть немножко фурией. Надо, а я такая наивная. Зачем? Ну, сейчас Москва тебя научит. Да. Вот если останешься. Останусь. Уже осталось. А что уж куда ехать, обратно там и поеду уже. Жизнь-то. Не, ну, в принципе, на Доме 2 мне уже подрессировали маленько. Ну, это не то. Это немножечко же все равно такой фейк жизни. Да, вот видишь, как дура села, там думала, что реально. Реально замуж выйду, думала. А я, кстати, недавно с Саймоном переписывалась. Я говорю, типа, реально думала, что я замуж выйду. Он угорал с меня, типа, ты что, реально? Типа, что, прикалываешься? Я говорю, ну, типа, да. Ну, она сейчас годик, и все пройдется. Она наивность улетит куда-то вообще. Я 18 лет просто в Москве живу. Я вообще думаю, не парится. Вот мне говорят все, будь аккуратным, будь аккуратным. А что аккуратно? Нет, нужно слушать просто судьбу и идти немножко по наитию. Вот она дала тебе что-то, если судьба... то нужно этим воспользоваться. Если не воспользуешься, то за это наказание бывает. Угу. Хорошие такие. Ну, круто, слушай, я же так и делаю. Вот меня куда ведет судьба, туда и... Да. Не заигрываться, главное, все. Остальное будет кайфово, все. Хи-хи, что за хи-хи-хи. Так. В какой цвет крашу? С черный, в какой же еще? Куда собираюсь? Я крашусь. Красоту навожу. Вообще-то сегодня в облака
54 облака, 54. Должна была поехать там встретиться с Кучеровым. Чуть-чуть мы испортим. Испортим? Ну ладно, давай. В общем, с Кучером встретиться по поводу вот этой темы, то, что я вам рассказывала, пирамиды. Слушай, такой прикольный фильм. Вообще прикол. Мне таких фенов еще не сушили никогда. Бровки, а бровки как зря накрасила. Ну, спасибо. И кровь, ну все, распела. И кровь кипит. И все, кипить, блядь. Так, давайте заказывайте, какую еще песню. А то все пишите, спой, спой, а что спеть-то? Да с чего взяли, что я не могу его забыть? Я просто сняла клип в шуточной форме, вот и все. Ну, там, конечно, правда жизни, никаких шуток, но тем не менее, просто вот так вот прикольнулась. Корректирую брови? Да я вообще не корректирую брови, это я ходила на перманентный макияж, скоро на коррекцию пойду. В Абхазию не собираюсь пока. Не знаю. А мне просто с разных стран пишут и городов. Привет, Баку. Спойл Джея. Блин, я сейчас знаю хоть одну песню его. Ну, я, конечно, по-любому знаю, но сейчас не вспомню. Я люблю тебя на 360. Вон Кузя вам спел. Я люблю тебя на 360. Остальные направо, не пронесят. Что у него еще за песня есть? Ну, это... Nobody seen. О! На баре синим мы танцуем под минимал. Да-да-да, ты красива, но таких, как ты, дофига. На баре синим мы танцуем под минимал. Да-да-да, ты красива, иди сюда. Клево, что я думал, сейчас ты сматеришься, но ты молодец. Возьми эту фишку, сейчас все матерятся. Да, я вообще, да, такая. Хайп жуткий. Даже на Доме 2 штрафовали за эти, да, за мат. А я не мочкаюсь, поэтому у меня штрафов не было. Так, мне еще написали спой Бузову. Текилу, мой кавер. Кстати, вам понравилось? Вы видели с концерта видео? У меня же концерт был первый недавно в Москве. И я, в общем, там пела каверы. И один из них Бузова. Вот сейчас я вам спою. Сейчас слова вспомню. У меня проблемы со словами. Какая песня? Текила. Жарких губ его прикосновенья, он мое свободное падение. Растворяюсь в нем, как соль в текиле, поскольку в моей крови его промилле. Ночь текила нехило зацепила, ночь текила, я с ним про все забыла. Ночь текила нехило зацепила, ночь текила, я с ним про все забыла. Он проникает в мою кровь, как алкоголь. Он он утоляет все, что вызывает боль. Он мой наркотик, он зависимость моя. Мне без него просто нельзя. Вот, спела вам, спела. Давайте суперзвезду. Для тебя не осталось слов и мыслей хороших, нет. А я новая, новая ночь превращаю в рассвет. Но снова одна. Я запуталась в глянце. Мы с тобой иностранцы в нем. Ты хотел уходить и смотреть, как я буду потом бежать с тобой босиком. Сегодня, сегодня, сегодня ты, а завтра я. Запомни, мой сладкий. Все люди как люди, а я суперзвезда. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. А я суперзвезда. Вот так вот. Да, я знал, что украинские люди, они с детства поют. Так, да, гривну, гривину. А, гривину.
Я надену белье с кружевами, мои руки тянутся к телу. Прижнись ко мне ближе, что-то там, опустись ниже, я этого давно так хотела. И снова бессонные ночи, да-та-да-та-да-та-да. Я хочу, так хочу, хочу с тобой на всю ночь. За тобой улечу, я знаю, ты мне сможешь помочь. Я хочу, так хочу. Я хочу тебя до утра, домой лечу, где не был ни ты, ни я. Я слышу, как дышишь. Так, панда, не знаю, как она поется, это панда. Панда, панда, панда. Что за панда? Все пишут панду. Спой. Медуза, 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 мы друзья. Медуза, медуза. Так, ладно, ребята, по-моему, уже задрала Кузю творать. Поехали нормально, дальше. Нормально, Ария. Ветер с моря дул, ветер с моря дул. Та-да-да-да-да, та-да-да-да, дул. Но ты полгай мне, и сказал ты мне. Больше не приду, больше не приду. Ветер с... Видно, не судьба. Видно, не судьба. Видно, не судьба. Видно, нет любви. Видно, нет любви. Видно, надо мной. Видно, надо мной. Посмеялся ты. Посмеялся ты. По-моему, пора выключить вот эту камеру, которая так близко меня снимает. Не включите эту камеру. Немножко тупит, да, эфир? Ребят, стараюсь. Я пока пою, просто не вижу, что пишете. Так, спой свою. Хорошо. Мало не надо нам. Хочу лишь с тобой дышать. Мыслями с головой тону в тебе. Пусть растворится ночь в комнате для двоих. Глубже меня смелее вдохни. Теперь ты можешь читать все мои числа. Ты подпускаешь к себе очень близко. Я под твоим наркозом, под твоим гипнозом с тобой улетаю, меня не найти. Я под твоим наркозом, и это серьезно. Останься со мною, не уходи. Вот. Ну точно ему посвятила, ну? Нет, эта песня еще до Дома 2 записала. Да я шучу. Та-ра-тан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 . Я прикольно пошла бы это петь. Море ветер, море вью, море воет ураган. Оставайся, мальчик, с нами. Я поняла. Тебе пойдет. Оставайся, мальчик, с нами. Будешь нашим королем. Ты будешь нашим королем. Ла-ра, 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 ла-ра. Ла-ла-ла-ла-ла. Кто пишет слова для твоих песен? Ну, до последней песни мне Алина Гнездилова написала слова. До этого Вадим Тиджей писал. Че, мы покрасились, да? Корни покрасились, да? Да, сейчас мы это и пойдем снимать. Прикольно! Я уже такая светленькая. Вот мне нравится те, кто пишет, чтобы я замолчала. А не проще выйти с эфира, ребят? Вот такие да вы смешные. Тебе. Нет, я просто сейчас так прикалываюсь. Мне вообще не нравится. А замолчишь, что интереснее будет? Ну да. Но я не прикольно же. Че? Покажи кирпичики на стене. А реально круто смотрится, да? Сам начал вручную. Реально? В Ютубе, представляешь, вы... да, это кирпичи настоящие. Офигеть. Даша, да, я видела твои сообщения, видела. Мне, я решилась, хорошо, сделаю темные корни. В общем, у меня этот менеджер решает. Даша, все как ты скажешь, так будет. Ты будешь нашим королем. Можно. Но я в новом году уже выпускаю новый альбом. В смысле, мой первый альбом будет в новом году. В начале года выпущу.
Да, я молодец. Я такая. Даш, тебе там Виталик ответил, что по поводу вечера? То, вы вот видите, так Кузя тоже сам сделал такую стенку. Говорит, в Ютубе посмотрел, как делать. Реально, никогда не знал, что так можно. Купил кирпичи, блядь, там. Лучше не облез, конечно, двое суток. А, поняла. Расскажи секретики. Ребят, ну там никаких секретиков, в принципе, нет. Все на экране. Ну, есть, конечно, моменты, которые не выходят в эфир. Вот. Когда, например, на этом шоу я ответила про Серова, это вырезали. Я сказала о том, что как бы почему я хотела с ним познакомиться, потому что мне папа все время говорил: познакомься, познакомься, а видите, про папу вырезали. Не стали еще одного бывшего участника пиарить. Не, ну, ребят, ну давайте не будем. Кто там певцом стал-то после Дом 2? Только я и Бузова. Так, привет, Казахстан. Да, Алена еще участвует в «Человеке-гоне». Привет. Пишите, на что ответить. Ох, ох. Спой Нюшу. Что у меня там за песни? Есть. Какую-то я пела Нюшу. Я теперь твоя воспоминание. А. Я теперь твоя воспоминание. А дальше? Может, я была тебе. А, может, я была тебе. Что-то там. Нет, знаю. Я не помню. А дальше как там она поется, помнишь? Может, я была тебе. Да ну нахер. Блин, как напишите, вот мне напишите сразу текст песни, я буду петь. Да, я, кстати, знаете, что заметила? Сегодня эфир вышел, я такая жирная там. А, капец. Не, знаете, я с Бузовой на связи звоню и говорю: алло, привет, Оля, что, можно твою песню спеть? Вы такие интересные. Цунами, цунами, цунами. Ну, как она поется, я не помню. Ну, ребят, ну кого я люблю, вы что, прикалываетесь? Нет? Себя. Себя, конечно. На кровавых рассветах ищу свою комету. И не девочка, я твой ласковый зверь. Мир вокруг нас, та-та-та. Бомбовая, а я бомбовая. Бомбовая, а я бомбовая. Бомбовая, а я бомбовая. Это моя песня. Прикольно? Кузя. Ава. Бомбовая, делаю. Бомбовая. А это что, два слова и все? Да, припев из одного слова. А-а-а. Бомбовая я и все, из двух слов. А припев другой. Два слова. Ну, запомните. Знаете что, ребят, у меня осталось 10% на телефоне. Поэтому... Мы идем смываться. Мы идем смываться, и поэтому я выхожу. Скоро будет видео. Да, скоро будет видео офигенное. Я надеюсь, офигенно. Я так говорю, слышь, офигенно будет, но я надеюсь, что у меня будет офигенно. Ну, я, в принципе, доверяю. Ну, мало ли не понравится. Доверяю, да. Кузю. Да. Если не будет видео, значит, не понравилось. Ну, я думаю, все будет. Поэтому всем peace. Пока.